утро, страна. Вот такая у нас погода. Мороз и солнце, снежок, прохладца, бодрит. Друзья, добрый день. Я в Казанском аэропорту, и у меня впереди предстоит небольшая поездка в теплую страну под названием Арабские Эмираты. Да, я снова лечу в Дубай, так же, как и год назад. Мне очень понравилась эта поездка. И в этот раз я уже свой, скажем так, свой отпуск построю несколько иначе. Это будет уже другой маршрутный лист, то есть я заранее продумала свои перемещения по этой стране. Это уже будут другие места, другая экскурсионная программа. Поэтому главной задачей сейчас перезагрузиться, перезарядиться и вернуться уже в рабочий ритм, уже с новыми планами, с новыми свершениями, с новыми идеями для того, чтобы, в общем-то, ну, скажем так, в новом другом качестве. Поэтому приглашаю вас в эту поездку. Я приехала в аэропорт несколько раньше, у меня только через 4 часа самолет. И меня предупредили, что будет жесткий паспортный контроль, жесткий предрейсовый досмотр. Поэтому я к этому готова. Поэтому оставайтесь со мной и приглашаю вас в эту добрую поездку из Казани в Дубай. Thank you.
не виделись ровно год. Ну да, сейчас, одну секундочку. Чемоданчик. У нас 26 этаж. 26th floor. Welcome trip by Wyndham Kuchon, the luxury and amazing hotel. So for your information is here. Second floor we have the spa, water pool. Swimming pool, gym 24 hours is open. Swimming pool starting from morning 8 a.m. until 10 p.m. And his lounge, same like sport bar. And first floor we have Lola Taberna, a Spanish restaurant. Yeah, breakfast is ground floor, local restaurant. If you have future to plan to rent a car, basement one and basement two for car parking. Oh, thank you. Welcome. This is the VIP floor. VIP? Yeah. VIP floor, our VIP guest. Oh, thank you. Welcome your home. Power. Or this one, bit here. This one. Подключаем, да. Yeah. You need to connect here. Да, кстати, розетки здесь все американские. У меня все. Okay, keep it here. Okay, see? И вот так будет магический напиток под названием кофе. Hot. Hot надо, чтобы он прогрелся, да. Надо, чтобы пошла горячая вода. Ну, в общем, одна единственная кнопочка получается, что это вот это вот. Это вот сюда только нажимаю один раз, и сюда. Just come down. Okay? Thank you very much. Кстати, вот мой номер. Такой скромный номер. Посмотрим, какой вид из окна. Ну, наверное, все это будет хорошо видно только завтра. 26 этаж чувствуется. Завтра утром посмотрим, как это будет красиво. Конечно, будет красиво, потому что в прошлый раз у меня был вид на парк. Здесь тоже отчасти парка видно. Прекрасно. Ну, вот такая рабочая зона. Здесь, конечно, здесь скоро появятся очень интересные покупки мои здесь. Вот очень мне нравится у них вот такая настольная лампа сенсорная. Вот, регулируется. Ну, кофемашину мы уже видели. Что у нас здесь? Здесь также набор есть. Холодильничек. Можно будет его заполнить. Так, ну, здесь у нас тоже сразу утюг, гладильная доска. Здесь у нас сейф. Это, видимо, тут, судя по содержимому, это ниточки с иголочками. Это что-то чистящее, видимо, для обуви. Пакетики. Дополнительное одеяло. Кстати, вот в этом отеле все шампуни, крем для тела, они все встроены. То есть это не поштучно выдаются, а действительно встроены в отдельную тубу. Что еще здесь есть? Здесь есть вот такие вещи. Ну, тут похоже ушные палочки. Ну, и такие причиндалы для ванной комнаты. Вот. Ну, в общем, вот так. Здесь я проведу ближайшее время в этом номере.
Да, и забыла сказать, что фен, конечно же, тоже есть. И фен, и Коран для тех девочек, которые, мальчиков, которые читают молитвы. Все это здесь все предусмотрено. Завершается благополучно. Я добралась до Дубая, я добралась до отеля, я приготовила все свои вещи, я подготовилась к завтрашнему дню. Завтра будет новый день, и, конечно же, он начнется со встречи с Персидским заливом. Я очень жду этой встречи, поэтому оставайтесь на моем канале, оставайтесь со мной, делитесь комментариями, рассказывайте, как у вас прошла поездка в Дубай. Может быть, вы только собираетесь, может, у вас вопросы какие-то есть. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, потому что я здесь уже второй раз, и я эту страну изучаю собственными ногами, на собственном опыте. Есть чем поделиться, есть что рассказать. Поэтому пишите в комментариях, отвечу обязательно. Всем спокойной ночи. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч в новых видео.